Всем привет, с вами Эдвин, вы на канале Мысли Геймерса, и мы будем играть в Троу. Помните, как мы прокачались? Так, опять мышка стала не работать. Ну-ка, давайте посмотрим. Настройки. Мышка? Нет, зеленая горит. Ну-ка, давайте попробуем выйти, перезайти. Вот какими мы тогда стали крутыми, нашли такой посох. Вот. И я о кое-чем догадался, как купить. Нам еще прокачать можно нашу лодку. Вот, подкормка этого попугая. Нам нужны 100 типа рублей для паруса. А у нас нету паруса, так что нам нужен парус. Так. Мне сейчас надо воевать с кем-то и накопить 100 рублей. Так. Давайте же быстренько тогда идем. Так, еще давай. Это для 10 уровней. У нас скоро 10, но мы туда и зайдем. Так, это, по-моему, море, что ли? Да, это море. Или нет? А, стоп, это не море. Это какой-то для замков. Так, ну что, давайте. Вот сюда нельзя, походу, попадаться. Я знаю, мы еще тогда были тут. Так, где у нас? А, вон там чувак. Давайте к нему. Что-то попалось нам. Так, прыжок. А, он там босса пошел убивать, походу. Но мы его быстрее убьем. Вот он, этот замок. Босса. Вот он. Его не убивали, значит, все нормально. Ну, почти нормально. А, вот. Нет? Нет, это не он. Или мы не туда зашли? Получается, он должен где-то быть тут. А если он наверху? Может и так. Да, он все-таки наверху оказался. Да, ставим горячим драконом. Сюда. Убиваем. Вот, своих вызываем. Хорошо. Своих. Так, этих мы сейчас убьем. Легкодня. А вот босс это уже не легкодня. Все, мы всех убили, получается. Тут есть много чего. Это еще пулемет, что ли? Ну-ка. Это реально, походу, похоже на пулемет. А, это для пулеметчиков, но у нас он жарит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, шесть. Походу урон. Ну-ка, давайте посмотрим, сколько урон наносит. Давайте его оставим. Он очень много наносит. И вот это возьмем. Так. Вот давайте испытаем. Наносит он. Сейчас давайте отойдем с ними. Потому что они меня атакуют. Наносит он быстро, но все равно слабо. Но быстро наносит. Не, такой посох не подходит. Вот это нормально. Он и быстрый, и не слабый, и мощный. А вон эти, как там их называют? Которые еще сапог, что ли, можно сделать? Давайте их добудем. Нет, которые сапог делают. Они такие очень редкие. Ну, их можно взять только тут.
Так, летающие эти тарелки нашли. 29 или 24 там. А, 24, блин. Не хватит, чтобы купить это. Так, тут чувак, что ли? А, это босс, нет? Кажется, это босс. А, да, мы сейчас в замке босса. Вон он. Тут откидывает, чтобы убить. Тут ловушку нас засунут, но мы как бы не попадем в эту ловушку. У него есть друзья. У нас, походу, новый уровень скоро будет. Но это клево. Так, взяли какой-то посох. Смотрим. Раз, да, два, три, четыре, пять, шесть, семь, шесть. Тоже прикольный, но мало сносит. Это... А, нет, я к боссу. А убили этого босса? А, да. Да, тут убили этого босса. Ну, получается, все. Так, вот давайте туда сходим. А вон там босс. А, все, мы, короче. А, нет. Ну, пока умираем. Так, вот он. А, я видел, что там за босс. Опять электроны, походу, если электроника. Так. Так, вон там, походу. Вот есть его лазер. Опа-на. Тихо, аккуратно. Входим. Ага, нас по камере заметили. Походу, камеры они тоже опасны. Жаль, туда не пошел. Я боюсь, то, что это... А, вот тут это. Ага. О, это уже не робот, это уже не робот. Вот это надо мне босс выключить. Да, лучше. ХП отнимается, но все равно. Уйди, ты от меня не мешаешь. А, он только пуляется. Да это легко. Таким. Дуракам собирать это слегка дне. Очень просто. А, он только пуляет получается, да? Ну все, значит, мы его замочили. Да, мы его замочили. Легко и просто. Это что? Огонь. Валя возьмет этот. Посмотрим, что это за посох у нас. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нет, вот смотрите, наносит-то 18 всего лишь-то. Слишком уж мало. Возьмем давайте старый посох. Он такой старый, нормальный. Все, мы замочили его. Пошли дальше. Так, тут у нас уже напали. Еще один. А, мы оттуда пришли, да? Так, куда можно нам пойти? Вон там еще босс. Давайте сходим. Так. Ага. Ах, не дотягиваюсь. А, не дотягиваюсь. Так, он где-то там внутри. Давайте пойдем. Пойдем в гости, как будто бы. А вот лестница. Да, лучше по лестнице. Вот. Помощники. Помощники помешают попасть туда. А где он? А, нам туда. Ага, все. Тут разный портал. Вот. Нормально. На, получай по заслугам.
Так. Ну, вот он, что ли. Или нет. Это он. Да, это он. Так, он тоже потом только пуляет. Так что он легкий. Нет, он не мощный, как кажется. Присасывает. Он, значит, получается, меня присасывает, а потом атакует. Так, ну, там какие-то очки давайте возьмем. Посмотрим, что за очки. Это на... Воу. Ну-ка, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 11 тоже. Ну ладно, здоров, чувак. Ты кто у нас? Хочешь заехать по ним? Нет? Не люблю таких. Такс, такс, такс. А вот и наш друг. Помните его? Но он сейчас в отключке, значит, он играет. Вот, как он уже построил себе дом. Походу, все с ним нормально. Ой, случайно, поел. Вас тоже замочил, двоих. Так, сколько у нас денег? На 43. Еще не хватает 60 рублей. Дашь. 60 рублей не хватает. Где их найти, я даже сам не знаю. Но мне чувак подсказал, что тут, если вот таких кустов, тоже деньги. Да, вот видите, попадает. Значит, все нормально. Так, давайте найдем хорошую полянку тогда. Вот. Вот. Березничок. Березки. Ага, ты у нас убрешь. Так, вот тут много травы. Вот. Замочим, мочим, мочим, мочим. Идем. Так, есть. Попадается пока. А вот попал. Сколько уже? Уже 55. Еще 40 рублей не хватает. Зерна давайте копать. И поплаваем наконец-то. Так, вот деньги вижу. Так, накапливаем, накапливаем. Вон, жучок, давайте его замочим. Так, привет, пока. Тебя и не было. Так. Открой сюда дом. Тут хорошо, лучше видно. Привет, чувак. Тебя не горим. Вот трава, вот трава. Пил, полно-полно. Привет, пока. С одного раза. Так, давайте лошадь возьмем. Поскакали. О! Это наш друг оживил. Да вот он. Так. Да, это он в сети сейчас. Ну, вот я помню, он сделал себе башмака. Питомец, что ли, не знаю, что дает. А, 15 раз прыгать, да. Мне тоже надо научиться как-то рыбачить, на какую кнопку не знаю, но надо найти. Так, пусть, нифига он уже тут дом делает. Походу, уже узнал, как копать и строить. Второй этаж, кто тут делает.
А, вот еще стенку он сделал, да? Прикольно. Так, вон чувак еще. Давайте, знаете что? Сейчас сделаем. Убьем вот этих всех. Так, есть. Вот полянка, вот тут деньги есть. Так, смотрим. Не закопались ли деньги? Не закопались. И есть еще. Еще. Так, еще копаем. Так, вот еще. Ну там вообще целая куча. Поляна вся в траве. Так. Так. Так, вот это тоже. Все вот копаем. И вот этого тоже. Ой-я! Так, сколько у нас их? 90 штук еще. Две штучки. 98 у нас. Две штучки у меня. От тебя могу. Одна. Так, или сколько? Одна штука. Да, все, пошли. Да, покупать. Наспаун. Телепортация. И купим себе, наконец-то, парус. Вот, видите? И тут испытаем как раз. Тут я могу высоко прыгать. Но сейчас нам покупаем парус. Все, у нас ноль денег. Но парус есть. Его прицепить, наверное... Ага, стоп. У меня тут корабль. Корабли... Так, это лошадь. Где тут корабль? Корабли мне надо. Так, что-то ничего не видно. Так. Нет, тут нету. Вот тут, походу. Нет. Потому что корабль где-то тут. А, помню, где-то они тут были, что ли? Это блоки можно сделать. Странно. Так, смотрим. Пока не вижу кораблей. Вот, мы можем, кстати, что-то сделать. Крылья какие-то. Так. А, это драконов тут можно сделать, да? Смотрим. Это удочка. Так, тут нет, броня всякая, да? А вот, можно тут еще и себе, ну, питомца сделать. Вот, и броню. Так, а где у меня тут корабли-то? Так, что-то зависло. А, все. А, вот и посохи. А, это мои посохи, да? Так. Питомцы, вот. Значит, где-то рядом. А, вот он. Так, я себе еще и удочку поставил. Получается, я могу себе, значит,
А, все, у меня теперь и удочка будет стоять, да? Так, мне показалось, что у меня новая броня. Нет? Ну, если новая, хорошо это. Так, удочку мы не можем использовать. Но корабль, наверное, можно. А, нет. Так, получается, парус надо поставить еще, да? Да, тут еще парус надо ставить. Так, вот он, этот парус. Ставим его сюда. Так. Него парус можно поставить. Это сделать. Так, мне надо поставить вот этот парус. А, вот. Нет, я его выкинуть не хочу. Так, еще раз давайте возьмем. Ты правой кнопкой там за парус нажми. Парус? Так, здесь сам парус. Парус? Вот он у меня. Правой кнопкой нажми. Нет? Mm-mm. А жми, тащи. И не волю сюда можно поставить. Сюда нельзя. Вот я смотрю, вот сейчас вот сюда поставлю. Да прочитай, почему нельзя. Что там? This is not is you collection. Press left mouse to use. This is not is you collection. Это нету в вашей коллекции, что ли? А, вот, все. Так, по-моему, ты мне пару поставил. Ну-ка. Ты два раза, получается, щелкаешь? А, вот, теперь я могу. А даже сам он. Теперь умеет плавать, да? Да. Дальше что? Удочка работает. О, все, давайте рыбачить. А, ты в какую-то сторону встаешь, да? Нет, вот F просто надо было нажать. Нет, я не про удочку, а про парус. И вот куда ты направлен, туда и плывешь, да? Ну, походу, да. Теперь, а рыба-то смотри. Ловится, интересно? Не знаю. Как я удочку-то сделал? Я вот на F нажимал. Мышки тоже держал. Нет, может, сейчас вот это... Так. Посмотрим. А, приманка. Да, вот приманка тут надо покупать. Сейчас посмотрю, сколько стоит. Приманка. И рыбачить будет. Так, 90 стоит. Или 50 там можно брать. Вот купить. Это ты на всякую ерунду не трать деньги. Нет. Ты лучше эти деньги собирай, будешь чем-нибудь крупно. Нет, мне нужен, знаешь, старый сапог, чтобы сделать себе питомца. У меня уже для этого все есть. Да, в любом случае, деньги просто так не трать, а собирай. Я их собираю, покупаю новые. Можешь что-нибудь покупать хорошее. Да, я себе питомца, и он мне поможет ударять, прыгать там, ловкость. Вот, сейчас буду копить. Так, тебя убиваю. Так. Ладно, пошлите на спаун. Там зайдем в портал и будем всех мочить. Так, лошадь. Давай. Все. А, у меня 10 уровень. Клево. Так, тут плавать нельзя. А вот, все, водяной мир. Ну что ж, давайте плавать. А, сам могу вот просто нажать вперед. И все, он как парус держится. Наверное, сейчас будет клево путешествовать. Давайте мы в ту сторону поплывем. Ага, тут вот он. Водяной замок. Ну что ж, давайте заедем к нему.
Так, поворачивай нормальненько. Оп. Все. Плыли. А вот и дырка. Заходим. Ага, это не босс. А, это его стражник, да? Ну, стражник мы одолели. О, голова там, да? А, это. Нельзя собрать, видишь? Они исчезают. Так, ну вот еще один стражник. Так, это у нас... Нет. А, защищает просто, да? Ага, тут проход есть. Смотрим. Стражник пока не вижу. А вот портал к нему. Так, где он? Он сейчас будет вызывать своих. Вот он. Пока не бью. Все, мы стоим драконом на ночь просто. У меня, кстати, дракон изменился. Так, мочим этих маленьких попугайчиков. Какой-то штукой, которая помогает. Когда я нафиг... Ай, тут двое. Да, пусть я там. Все. Так, корона. Еще посох. Так. Давайте возьмем. И посмотрим. Так, где эта корона? Корона. Я его вообще подобрал. А вот он. Вот она. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Давайте, знаешь что? Знаете, что сделаем? Так, что мы тут? Это у нас на голову. На голову мы одевали вот этот подарок. И проверим еще посох. Вот он, этот посох от этого босса. Босс был мощный, наверное, крутой. Так. Ага, 7 денег нам не хватит. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, что-то плохой посох. Вон так, где наш посох? А вот он, прям. Перед моей мышкой. Так. Смотрите, у нас изменился дракон. Я его, походу, тоже прокачал. Видите, он теперь еще лучше стал. Такой мощный. Видите, другим цветом. Походу, я его прокачал. Так, там должен быть портал вон тот. Потому что оттуда можно сразу выйти наружу. Так, ну поплыли. Вон еще есть. Давайте возьмем наша... Опа, водяная штучка. Поплыли. А вон деньги вижу. Сейчас смотрим. Ага, надо. Поворачивай. Так, нет, так мы не сможем. Надо ее сломать. Так, сломали, деньги падают? Нет. Деньги... А, все у меня. 12 уже. Но мне надо, получается... А, блин, не могу, потому что рыбы нет, приманки. А, тихо, шипы. Аккуратно. Так. Да, мы залезли. Ага, тут это стражник наверху, оказывается. Тут стоит. Надо будет мешать. Так, чтоб ты тут не умер.
ничего. Тебе деньги просто еще и тем более падают. Так, это можно сломать? Нет, это нельзя. Получается, вход где-то тут рядом. Или вон. Так, ну это вот, конечно, вот он. О, это опять это. Или какой? А, опять это. Мочись, давай, 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 давай. Мочись, мочись. Так, опасно, как-нибудь так. Приманку. Вы сейчас будете моей приманкой. А вы что тут? А, они будут как кидать. А, блин. Так, тихо, тихо, тихо. Ой, блин, надо входить. Пойдем. У меня просто сейчас я бы умер. Знаете, что здесь делаем? Давайте. Нажмем вот так. Кирдаем монету и кирдаем. Все. Сделали дырку, восстанавливаем себя. Нету бутылок. Ага. Так, это стать драконом. Кинуть вот этого дракончика. Все, наверное. Тогда. А, тебя я сам? А, что? Нет. Подождите, сейчас. Хотите? Нет, походу, тебя надо мочить. Все-таки замочить тебя надо. А, вы там горите? А, нет, вы тут не горите. Хорошо, я вас тут сам замочу. Так, тебя осталось. Лучник. Так, смотри-ка, какие хотят меня победить. А вот фигушки меня победить, потому что я такой сильный. Да, вот сейчас победили. У нас тут фигнюшка. А вот тут у нас как будто бы подружка. Я пошутил. Так, это у нас на лицо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 15 раз мы прыгаем, смотрите. Офигеть, это реально клево 15 раз прыгать. Сколько мы набрали? Мало за него дали что-то. Давай на телепортации назад. Бук. И покупаем рыбу. Так, ладно, идемте. Так, 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 так. О, реально высоко такая. Вообще реально высоко. Так, ну и спустимся. Привет, дай мне вот этой ребенке, чтобы мог кинуть. Так. Не пугай рыбу. Он рыбу пугает. За ним сапог. О! Давай, 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 ну! Ты хоть вообще что-нибудь поймал? У меня вообще-то рыба должна быть. Рыбу не дают, блин, поймать. Теперь еще и деньги надо накапливать. 10 рублей. Чтобы купить одну рыбку. Вот трава поблизости. Можно накопить. Вот не нравятся мне такие пацаны все время, когда шарят. 10 рублей, да? Даже 12. Так, пошли. Не люблю вот таких пацанов. Даже нет, это не пацаны, это вот. Наедают.
Ну, как там говорят. Ну, надоели. Рядом. Просто кидаем и ждем. У кого-то заловил. Так, ждем. Они, наверное, долго ждут. Так, ну давай быстрее. Что-то как-то все долго происходит. О, давай. Так, правой, левой, а. Да что надо было делать? Я что, упустил? Вы что, издеваетесь? Мою рыбу дайте быстро! Блин, теперь мне рыбу мешает ловить. Вот этот, что ли? Я высоко тоже прыгать могу. О! Мощная штука. Так, ладно, пошлите к этому. Ого! Что сделал вообще сумасшедший? Опа! Попрыгун. Это попрыгунки, что ли? Давай. Что он там сделал? А, типа, да, облаков. Блин. Не мешает мне залезть. Ну ладно. Всем пока, с вами был Эдвин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!